Друзья, всем привет! Продолжаем наше видео о том, что же можно увидеть в любительский телескоп. И сегодня мы с вами посмотрим на один из самых больших объектов ночного неба, а именно Луну. А смотреть мы все это дело будем в телескоп Celestron PowerSeeker 80AQ, к которому будет присоединено также линза Барлоу, разгонная втулка с переменным фокусным расстоянием. И все это дело мы будем писать на Nikon 5120. Съемку ведем просто с балкона, прямо среди города. Расставляем поудобнее наш телескоп и все соответствующее оборудование. И начинаем наслаждаться красотой. Вот так выглядит Луна, когда к телескопу, кроме фотоаппарата, больше ничего не присоединено. Уже и в таком увеличении видны кратеры, моря, горы на Луне. Очень красивая картина. В целом, Луна один из самых ярких объектов ночного неба, и в телескоп на нее даже просто так не посмотришь. Поэтому, чтобы было удобно и комфортно наблюдать с Луной, я рекомендую использовать лунный фильтр. С этой вещью будет гораздо лучше наблюдать, потому что если просто так смотреть на Луну, очень сильно режет глаза. Вот так мы можем увидеть Луну, если к телескопу мы подсоединим двукратную линзу Барлоу. Как видите, увеличение стало больше, и деталей стало гораздо больше. Причем, если посмотреть на нижнюю часть Луны, то прям вот видны все кратеры, опять же, перепады высот, горы. Видно, как свет падает внутри кратеров. Даже такого увеличения хватает, чтобы вдоволь насладиться всеми красотами лунного пейзажа. Ну а вот что мы можем увидеть, если мы добавим еще разгонную втулку. Втулка увеличивает фокусное расстояние нашего телескопа, и опять же мы имеем большее увеличение. Правда, чем больше увеличение, тем мыльнее само изображение. Оно начинает мылиться. И мы видим, как от атмосферы идут уже такие искажения. Также на таком увеличении интересно делать полные прогоны. Мы можем видеть полностью всю поверхность Луны. Ну и вот максимальные возможности нашего телескопа. Это если мы еще к разгонной втулке перекрутим еще одну увеличительную линзу Барлоу.
Вот такую красоту можно увидеть, дорогие друзья, даже в один из самых простых любительских телескопов. Ну а кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, смотрите наши другие видео. Всем пока!